Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Totem Paut, а в этом ролике мы идем на Альфа Проматерь и Бета Проматерь на пяти жнецах. Я думаю, этот ролик будет для тебя интересен, поэтому подписывайся на канал, ставь лайк, конечно же, за старание, и приятного просмотра. Следующий. Пацан оттанцует, ё-моё. Вон туран. Танцую все. Всё, отлично. Отведите вот этого, другого. Сторонку, а то не мог пройти. Вот. У них тут по жёсткий бас. Что ты вазишь, что ты боком немножечко встань, бог, да, вот так нормально встань. Притык встаньте. Это Никита, да. Баф. Никита баф. Да, Никита баф. О. Красиво, Никита. И еще раз. Перед телепортом еще раз, да? Да. С давай. Богом. А он что-то мне, конечно. Он на меня не надо. Никита, кричи. Тихо. Сразу я направляю мегатерию, а вы потом все остальные. Да. Вон и. Так, кто там первый? Андрей, да, Андрей танкуй. Андрей танковать. Ну, я слез. Конечно. Так, тихо. Давай. Готово. Блядь, мне мегатерии зажали, парни. Пожалуйста. Вова. Как блин. Вова, я, короче, смещу. Отпустите мегатерию. Какого хрена они не идут? Подойти к ним надо ближе, я же говорю, надо в них стоять. Вот, я им свистнул. Вот я свистнул мегатерию. Я сделал свист в мегатерии, в атаку пошли. Кто умер? Карас умер. Карас. Чего? Да почему? Ну, а ты там не загрузился даже? Нет. Я на этом серии, я очень долго. Пипец. Потерян. Чё? Рипер в атаку сейчас будет идти. Будет уничтожать за меня. Причем в первый раз меня кто-то побыстрее грузили. Вообще не хотели грузить. Вай, по 1000 урона. Ну что все там. Запугали. А что меня убить? Форматик. Так а как она меня убила? Ну, без понятия как. Ну ты ж просто на рипере стоял, пока грузился. Это понятно, но вы же ее оставили к себе, я чувствую, ввели, она вас грузит. Ну как сказать? Волок отошел и с стороны пытался засвистнуть. А я еще тогда, когда на Титане были, говорю, надо на них практически стоять. Ну, не бывает. 8 минут пошли. 8 минут прошу? Не, пошли 8 минут. А. Ты молчи, знаешь лучше, когда не пошел еще на визит. А тут ты дезинформируешь. Блин, пройти бы. А он нормально, я говорю. Да пройдете, она быстро умрет. Отгоняйте мелкий. Так че, уже все забили на танкование, не танкование, как понял? Он мегатерия с той стороны, помогите ей. Мегатерии в жопу зашли. Так, да нет, там какие-то мегатерии бегают просто, не идет. Сейчас я еще раз свистну. Тебе надо стоять в толпе практически. Бафа. Баф. Да ладно. Никита, все нормально? Да я ж тебе сказал, там паутов 40. А я ж не слышал. Никита, еще раз. 6.40 осталось.
Даня, молчи, я тебе сказал, прожри. Ты только нагоняешь память. Вау, первый готов. Первый пошел. Второй пошел. Говорил, надо больше подходи ближе, то еще раз напомню. Нормально, за 4 минуты уже половина. Да, ты можешь про время не говорить, да? Давай просто потерять. Никит, все хорошо у тебя? Да, мне все нормально. Делай этот дебаф. Правая кнопка. На нее не подействует. Она мелкая просто. Делай дебаф. Один раз. Куда? Куда пошел? Откидывайте пауков. Откидывайте пауков. О, они на меня напали просто. Так как это гибли. Подойди ближе к нам, мы хвостами машем, Никит. Оля, крутись. Чусь. Ты сам тоже кусайся, потом. Оля, давай. Ну шо, опять крутиться, что ли? Да, Толя, защищай Никиту. А я их не дал. Через раз прокрутить. У тебя просто паутина попадает, они тебя не бьют. Она сама тоже паутина. Таня, крутанись, да, давай. Понял. Понял. Пинга сейчас была. Как много живут мегатерины. Они явно нормально. Баран, бафан. Мегатерины разбегаются, чёрт. Да не, и только пауки. Пока только два. Андрюха, крутани радон. Здорово. Почти 600 кп вкачать. Ой, не кп, а урон. Куда? А, все, 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 понял. Надо хвостиком ему помахать. Ладно. Давай бафай. Даня, ты конец. Понял. О, еще один. Главное, чтобы у Караса Рипер выжил. А он вообще дамажит ее? Да, я сместил атаку. Бафай. Давай, давай, давай. Во. Хорошо, хорошо. О, все, это победа. Бафай, блин. Бафай, не бафай. Давай. Давай, 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 давай. Смотри ближе, подойди, что ты пошел. Там она меня бьет. Да не ссы, нормально. Ладно, мы ее разбирать. Да, на мясо ее разбирали, на мясо. Фотаемся на память, селфи, селфи. Погодите, погодите, слезьте все жибки. Чё? Потому что да, баг. Вы ее че, где сожрали-то? А что, из нее забрать надо, что ли? А, во. Да, надо убрать было. Вы забрали забери или чё? Кто сожрал-то? У кого элемент в инвентаре, признавайтесь? А у меня элемент есть. У тебя? Да, у меня нет. А и голова у меня. Ну-ка. Ты забрал, Андрей, ну-ка смотри. Всё, да, позабирайте с этих. А, во, все забрал. А что, она вещи тут оставит? Кексики заберите. Трупов. Тех.
Я ни хрена не вижу, у меня тут тьма, я только силуэт. Все кексы сожрали, ни хрена. Угу. Ну кексы свое дело сделали. Да, чуваки, у них еще и полная хп осталась. Это бета. А так бета должна светиться желтым. Она светится синим, красным светится альфа, ну, зеленым а гамма. Почему бета светится синим? Потому что это так. Сколько секунд? Кричи. 4, кричи. 3, 2, 1, 2, 1. Я сдох. Я ж сказал, ты сдохнешь. Вон я так давно. Свищу. Там, блин, ты что тупой заберете? Все, они побежали, они побежали. Жарите. О, Карус. У Каруса есть шанс это так. Ой-ой-ой. Опять он? Да, он, наверное, мы же его. Ой, господи. А вот мне что-то вообще не смешно с этого. Да мне пофиг. Я все равно ничего не хочу. Ну, значит, Толя будет. А, не, ох. Так, подожди, а что, разве нам Тальфи не дало все? Да, я думал, сейчас Карусу дадут тег постройки, он же умер на Альфе, а он опять слился. Этот сервер слишком кривой для того, чтобы ее сыграть. Он прям самый везучий сегодня. Ну что там, нормально все? Ну давайте еще гамму. Ради Каруса? Это же элемент, 10 штук. А, ну по сути. Там не спешу еще. Кстати, да. А они где у тебя? Там... А вот здесь кардинал. Стал? Грибочек сверху маленький. Ага. Возле терминала ты умер? Да нет, он стоит тупо, мешает, подойти. Ты где умер, у терминала, Вов? Рядом. Да, грибочек. Грибочек. Ну, Толя я тогда... Толя твои вещи заберет. Действительно, иди. Иди сюда, Никита, поближе к нам. Мы хвостами станет поможем. Стражем, походу, уже там. Сколько там времени прошло, никто не засекал? Ну, почти половина скоро будет. Ну и вот. Гамма выбудил. Блин, если бы был Карас, он бы сейчас махнул хвостиком, мы все бы отцепились. А если бы на этом деле была бы прогрузка хотя бы на файле. Бля, сова тут что стоит? Я же сказал, сова. В смысле сова стоит? Я ее убрал в данный. Я вытянул свою. Вон ее. Теперь мы чем-то попозже могут. Да. Мы ее сейчас сожрем. А кроме меня еще кто-то не свистывал? Нет. Ну, тогда я их один раз свистнул, мне хватило. Да. Их надо периодически насвистывать, потому что они переагриваются на пауков и убегают. А, пойдем. Там не слава. Тупо минус мужик. Ты пал. Так а какие пауки тут? А, все так же в бетисон. Да я этого Никита вон спасаю, все пауки на Никиту идут. Никита, ты зайди боишься с другой стороны. Не показывай свой страх. Никита. Зайди с другой стороны, плес. Я тебя долго не просто не буду отмахивать.
О. Там стрики там ребят. Где мы должны выходить? Ля, Эмя, сам постом машет. Какой дурак. Задродлим, шо. Ну, типа, знаешь, ты ему дал имя Эми, а он сохранил. Никита это на другую сторону зашел, к нему теперь с той стороны пауки идут. Ну ничего, Никита, терпи, сейчас мы его сожрем. Сам его забрал. Я мегатерий уже там. Мегатерий? А в ком элемент? Ищите быстро элементы голову. М5, М5 ушатал, М5 ты ушатал. Взял? М5 ушатал. Ну что ж, вот такой получился ролик. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай написать свой комментарий. Всем удачи и всем пока.